Пока Родион Стоцкий и Тарас Зайцев ждут бандитов в засаде, Чапай арестовывает по обвинению в убийстве, а тех, для которых была приготовлена хитроумная ловушка, находят застреленными. Кто-то тщательно заметает все следы. Регина и Аркадий приступают к завершающей фазе своего плана мести, после которой планируют сбежать в Австралию. Выясняется, что у тех, кто хочет подставить Чапая, есть свои люди и в его ближайшем окружении, и в ближайшем окружении Стоцкого.